Несладкая жизнь Красной Зари скоро закончится. Правительство региона намерено оказать временную поддержку банкротившейся конфетной фабрике. Для того, чтобы предприятие смогло рассчитаться со старыми долгами и возобновить производство, правительство Ивановской области принимает в собственность долю в размере 81% в уставном капитале фабрики. Следующим этапом на данное предприятие будут переданы по соглашению с банком как обязательства, так и права требования по предприятию банкроту «Красная Заря». И в дальнейшем на какой-то период правительство будет осуществлять оперативное руководство данным предприятием. Региональное правительство уже подписало соглашение с банком о сотрудничестве. Этот же банк в свое время приостановил кредитование, усомнившись в порядочности инвестора. Через год банк снова готов дать деньги. За этот период правительство должно решить вопрос о запуске. Мы сегодня уже ведем переговоры с инвесторами и рассчитываем, что в течение четвертого квартала, крайний срок, первый квартал будущего года фабрика начнет работать. Кредит позволит рассчитаться с невыгодными кредитами текущего дня, и при нахождении инвестора данный объект будет передан инвестору для дальнейшей работы. Владеть в перспективе фабрикой правительство не намерено. Как только предприятие встанет на ноги и для него найдется добросовестный инвестор, пакет акций власти передадут новому владельцу. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.